Здорово, дорогие друзья, с вами Даваска, и этот день настал. В этом видосе я буду одеваться как наши ютуберы по Free Fire в жизни. Да, я смогу показать не всех, но покажу многих. Приятного просмотра, если кушаете, то приятного аппетита. Погнали. Итак, начнем мы с жабки. У него вот такая причесочка. Ну, не такая, ну, похожая. Чисто белая футболочка. Это все у нас находится в конце. Футболка без принтов. Ну, принт слева, но мы оденем чисто белую футболку. Так, штаны. Штаны у нас джинсовые шорты, которые недавно добавили в магазин. Это прямо топово. По кроссовкам, как я помню, у него были оранжевые кроссы, но единственные кроссовки, которые похожи, это вот такие. Поэтому, если бы жаба был во Free Fire, то он бы выглядел именно вот так вот. А следующий у нас на очереди это Азам. У него вот такая черная короткая прическа, но это более-менее похоже. Далее у него футболка черная с рисунком. Давайте оденем с пиратского пропуска. Она такая черненькая. И штаны джазовые сюда идеально подойдут. А на обувь у него одеты тапочки. И как бы, ну, это тоже норма, вот они подходят. Но как бы сюда и черные тоже подойдут. Где у нас просто черные сланцы? Бля, я прям не могу одевать, потому что, ну, в моем понимании это очень стрёмно смотрится. Но сет мы повторили, поэтому идем дальше. Далее мы переходим к такому ютуберу, как The Mark Time. У него просто голубенькая футболочка. Приближаем. Очки у нас идут практически идентичные, и кепочка со второго пропуска. Вот так. В принципе, я думаю, что похоже. Далее, интро. У интро тоже прическа вот такая, очков у него нету. Давайте их уберем. Так, у него потом идет синий смокинг. Сейчас нужно его отыскать. Ладно, одевать не будем. Штаны у него синие, вот, и кроссы тоже голубые с белой подошвой. В принципе, как вариант, можно надеть вот такие кроссы, а можно надеть и вот такие кроссы. Я не знаю, какие больше сюда подойдут, потому что вот точь-в-точь кроссовок в игре нету. Но лично я бы одел или вот эти, или вот эти кроссы. Далее, дичь кирпич. У него, кстати, есть вот такая фотка. И я прямо смогу повторить точь в точь. Голубая кепочка, потом очки с бородой. И водолазочка. И все. Это топ. Ля, пацаны, вот это-то годно. Вот это он косплей замутил. Так, и где у нас водолазка? Вот. И вы посмотрите, это просто идентично. Давайте сейчас сменим персонажа, оденем еще Адама. И пойдут другие ютуберы. Первым будет Дзармара. Так, прическу давайте оставим вот такую. Очки мы тоже убираем. Очки с маской просто убираем. Так, у него идет обычная серая футболочка. Сейчас мы тоже до конца листаем. Я не знаю, и он там в штанах или шортах, но давайте оденем шорты. Так, вот такая серая футболочка. Также одеваем шортики черные. Так, вот такие, например. Кроссы давайте оставим вот эти или оденем какие-нибудь, я даже не знаю, белые. Где белые, которые я обычно таскаю? Вот такие. Вот такой сет. И также
недалеко отходим, у нас идет Кадыров. Кросс одеваем вот эти, потом штаны идут у нас джазовые. Там очень-очень-очень все похоже. И чисто белая футболка. Сюда бы подошла какая-нибудь футбольная футболка, но мне кажется, что и вот так тоже бы же прямо подходит. Так, у нас еще идет такой ютубер, как Трэшер, вот синяя шапочка. Но по куртке, вот чисто черной куртки у нас в игре нету. Единственное, что я нормально я нашел, это вот такая куртка, но она не черная, она с рисунками. И не знаю, удалось мне повторить или нет. Следующий ютубер — это Змей. У Змея у нас идут очки, таких в игре реально нету, типа черные-черные. А давайте тут подберем очки, в принципе, похожи, ну... Вот это я не знаю, похоже или нет. Футболку давайте оденем чисто белую снова. А где она у нас? Вот так, и приблизим. Ну, я не знаю, это похоже или нет, но в принципе еще как вариант можно одеть вот такие очки вора в законе. Но я понимаю, что они черные, но вот это, ну что-то, ну такое себе. И давайте предпоследний ютубер — это Вейп-беседка. Прическу, я не знаю, давайте оставим эту же. Очки у него с желтыми стеклами, такие очечи тоже похожие в игре есть, это вот эти. У него еще одет черный смокинг у нас тоже в игре имеется, только он, по-моему, с чисто черной рубахой, ой, с чисто черным галстуком, да, вот. А у него галстук бежевый. По обуви, в чем я обутый, я тоже не знаю, но я бы одел вот эти кроссы, и как по мне, это уже норм. И последняя ютуберша — это девушка, это Аняша. Давайте, я не знаю, Никиту что ли оденем. Сейчас для начала оденем маску. Ля, смотрите, а глаза-то прямо похожи. Ля какая. Прическа, ля, в натуре. У нее тоже черные волосы, но нету вот этой заколки. По шортам, сейчас вы поймете, потому что почему я одену вот эти шорты, где чисто черные. И нам нужна белая кофточка, которая идет с капюшоном. Она где-то вот тут. Она где-то... Ладно, понял. Она где-то выше. Вот она. И если приблизить и одеть этот капюшон, который, кстати, имеется на кофте, то, в принципе, будет очень-очень похоже и прямо, ну, Аняша. Ну, нормально, да? И самый последний сет. Одену себя любимого. Нужно сменить, кстати, персонажа на Максима. Так, на Максе мы одеваем... Сейчас загрузится. Вот эту прическу. Масочку с нового пропуска. Потому что именно вот на этой фотке у меня не вот эта бандана, а обычная черная маска. У меня идет футболка баскетбольная, но она чисто черная. Ну, черная, но с рисунком. В принципе, давайте оставим вот такую футболку или какую-нибудь черную оденем. Нет, давайте вот такую. Джинсы, шорты джинсовые, такие же, как у жабы. И кроссы у меня были синие с белой подошвой, наподобие вот таких. Кстати, ну, что-то типа, кстати, и похожие было. Хотя, может быть, и другие были, я уже не помню, похожие на беговые. Тоже такой фиолетовый цвет. То есть, или такие, или вот такие. Вот, все, в принципе.
Это были ютуберы по Free Fire. Мы повторили их сеты, как они ходят в жизни. Обязательно в комментариях напишите, собрал ли я похожие сеты. Или что-то было не похоже. Жду конструктивную критику в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. И да пребудет с вами Скилл.